Добрый день, друзья. В общем, такая у нас история. Покрасили мы вот эти стены. Скажем так, потом пришел потолочник и начал ставить потолки натяжные. И летело очень сильно, солидол летел. Стены все были засраты. Но так как уже потолки и полы все сделано, решили применить одно решение. Вот сделать такую декоративку легенькую. Это у нас идет вельвет декор феодаловский с помощью вот такой вот мочалочки. Ну, для того, чтобы убрать пятна и сделать, скажем так, более целостные стены. Как это делается? Очень легко и просто. Берем вот так вот слегонца. Материала на мочалку и вот такими движениями легкими тампуем, такая тамповка получается стен, и оно у нас создается. Можно было, конечно, и полностью перетянуть стены декоративкой, но уже закупленная мебель в определенном цвете под эту покраску. И мы таким рисунком создаем обманный эффект. Вот если выключить свет, видно и покраску, и декоративку. То есть, в принципе, интерьер у нас не теряется. Ну и вот, вот так берем, полегонечко наносим, и все. Вот такие бывают решения. Для того, чтобы не заклеиваться, не запечатываться при покраске, потому что красим мы с аппаратом, и просто нам перекрасить не получится. Так что возьмите во внимание.